Правила направления средств на компенсацию приобретения товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, а также перечень товаров и услуг будут установлены правительством. Сейчас закон о возможности использования маткапитала не учитывает особые потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов. Гарантированные виды помощи не всегда соответствуют особым потребностям каждого ребенка-инвалида. Поправками в законодательство Кабинет министров хочет разрешить удовлетворение таких потребностей с помощью материнского капитала, сообщает «Российская газета».